Обустроить ванную комнату в любом месте без масштабных строительных работ – это возможно благодаря SFA «Санинасос». Просто взгляните на неиспользуемое пространство. Было бы здорово обустроить здесь санузел. Теперь это просто как никогда. И вам не придется ломать пол, чтобы отвести трубы большого диаметра. Всего лишь установите SFA «Санинасос». Подсоедините унитаз, умывальник и любую душевую кабину на ваш выбор. Установить SFA «Санинасос» легко. Принцип очень прост. Срежьте заглушку и установите патрубок, который идет в комплекте. Подсоедините умывальник трубой диаметром 40 мм к входному отверстию на крышке насоса. Подсоедините такую же трубу от душевой кабины к нижнему отверстию насоса. При помощи патрубка используйте трубу диаметром от 22 до 32 мм для отвода использованных сточных вод. Затем подсоедините унитаз к главному входу в насос при помощи гофрированной муфты диаметром 100 мм, которая поставляется в комплекте. Теперь давайте посмотрим, как работает SFA «Санинасос». Внутри установлен специальный датчик, состоящий из микровыключателя и мембраны, которая под давлением воды приводит в действие механизм измельчения и откачивания фекальных масс и туалетной бумаги. При смыве унитаза вода попадает внутрь, достигает мембраны, механизм включается и лезвие ножа измельчает все отходы, превращая их в мелкие частицы. Измельченные стоки попадают в нижнюю часть корпуса, где их подхватывает турбина и выкачивает через патрубок в сливную трубу. Встроенный обратный клапан препятствует попаданию стоков обратно в насос. Ваш новый санузел готов. Более подробную информацию о SFA «Санинасос» вы можете получить по телефону в Москве плюс 7495-258-2951 или на сайте sfa.ru.